Так, ну мы, собственно, в еще одних апартментах. Это Firefox Area. Красный кирпич, как Леха хочет, да. Все круто. Здание вроде современнее. И здесь... Дорого? How much? 1500, да, я забрал уже. Я там умничка. Я продумал. Почему это такая бумажка? Пускай. Я ж снимаю. Ну, честно говоря, так субъективно, мне эти апартменты более нравятся. Больше? Да. Как-то здесь... Явно симпатичнее. Здесь как бы люди... Люди лучше здесь. И здесь это security значит, есть. Очень похоже на Wayside. Очень похоже. Так, это 2-bedroom. Ну, я вот такой всегда мечтал. Ты такой мечтал? Ну, не знаю, мне как-то не нравится. Да, круто здесь. Реально круто. Здесь посовременней. Почему оно посовременней? Чем оно посовременней? Не знаю, мне почему-то кажется, что современней. Вид на балкончик. Ну, вид с балкона не очень. Там интересный вид на самом деле. Пока? Мне нравится. Нет мусора. Так, floor plan. If you want to, guys, we can go look at a one bedroom as well. We can't look at that floor plan, the 692. Oh, that would be great. Let's check it also. Yeah. We'll walk over and look at the other. Так, ну это в принципе спальня. Это bathroom. Да, в принципе, все как везде, только здесь как-то. Уютнее, что ли? Парочки. Здесь лучше. Это вход. Во входе есть лазер. Потом вот кухня такая. Возле кухни есть дайный крум. С такими вот как бы полочками, шуфлятками, со всей этой штукой. Ну, он их описывает, я заодно тоже буду потом снимать. Идет комната. У него хорошо получается. Ванна, не доходя до туда. Вот ванна. После ванны мы попадаем в одну комнату, в один бедрум. Эндрю. I see that you had some questions about how much the utilities would be per month. Ну что?